Привет всем. Получил посылочку очередную с почты. Хочу открыть ее вот этим ножом, который вы видели в моих прошлых видео. Би. Как вы помните, мнение о нем было не очень. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Угу. А здесь нас ждет, ну вот тут написано, спасибо за покупку, т.д. т.п. Джессика, Анджелина, ну и так далее. И что мы здесь видим? Мы видим вот такой вот нож DPX Nest. Что такое? Вот он, красавец. Вот он, красавец. Клиночек по центру. Еще раз. Хочется услышать. О! Вот такой вот нож. Ну, ножик, конечно, мне очень нравится. Замочек, правда, заходит чуть-чуть дальше начала, но вообще, конечно, нож классный. Мне очень нравится. Давайте попробуем что-нибудь им порезать. То есть, если вот этот нож, я сразу увидел косяки, то в этом ноже пока что все идеально. И режет он, соответственно, тоже классно. Ну, пока что нет слов. Нож очень и очень нравится. Ну, по размерам. Толщина лезвия 3 миллиметра. Длина режущей кромки 8,9. Сейчас, чтобы было видно, вот. Длина рукояти 16 сантиметров. Толщина рукояти 8 сантиметров. Ну, очень-очень нравится мне этот нож. И как он сделан. То есть все очень аккуратно. Здесь вот такой стеклобой. Очень все аккуратно. Края сточены. Гладенькие. Держатся плашки на вот таком, такой осевой. И три шестигранника, не шестигранника даже, а такие вот звездочки. Клипса тоже. Держится односторонне на таких звездочках. Здесь, видимо, отверстие для бита. Ну, все меня в этом ноже пока устраивает.
выглядит классно. Ну, размеры по сравнению с этим ножом, вы видите. Ну, вот как-то так. Конечно, мы его протестим. Потестим на деревяхе, на паракорте. Проверим кончик. Держать очень удобно. Очень. И так, обратный хват. И так. И так. Палец точно ложится вот сюда. Вот, проверим, открывает ли эта открывашка что-нибудь. Ну, не знаю. Я доволен этим ножом. Мое мнение хорошее. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Все, пока. Пока.